Прекрасное образование, 3 языка. Лучший вариант. Шефа, бывшего. Хорошо знаете. Один раз поздравлял по электронной почте с днем рождения банка. Все? 53 года, не женат. Есть множество незаконно рожденных детей. Официальное имущество практически не имеет, за исключением редкой монеты и мустанга Шелби Элеонор 67-го года. А она мне нравится. Здравствуйте. Николай? Кто? Куда? Понимаю, что это дико звучит, но я ваша сестра. А, ну, классно. Так вы же не были в списке. Я нашла вас через перинатальный центр. Дело в том, что наши матери были клиентками одного врача. Перинатальный центр, ага. Да ты... Вы зайдите пока. Здрасте. Это еще кто? Это сестра. Я подумал, вам интересно познакомиться будет. А вы, я так понимаю, папа? Очень сомневаюсь. Не похоже. Да как будто Жор похож. Георгий. Откуда девочка? 17 парней у меня, врач сказал. Только мальчики. Может, он про меня забыл? Вот что, доченька. Я очень рад, но семейный ужин будет в другой раз. Да как скажете. Я сразу поняла, что мне здесь не особо рады. Ну, ты умничка. Ну, прощайте, что ли, папа. Зря пришла. Ну-ка, стой. Иди сюда. А ты способная. Монетку верни. На память о вас взяла. Прошу прощения, я тут подсчитал. Если мы ее возьмем, то каждый из нас получит на 50 миллионов меньше. Ты не мелочись, ты. Ну а ты как? Готовить-то умеешь? Братику с сестричкой нельзя. Родить потом каких-нибудь придурков. Так, Ланнистер. Надеюсь, месье, это будет наша маленькая тайна. Да, между нами. Дай ему в глаз для убедительности. Ты понимаешь, что это... Папа! Спокойно, детки. Папа все решит. Руки убрал. Я владелец этого банка. Бумага у меня в кармане. Сейчас. Нет, месье. Я владелец этого банка. Подождите. Отпустите ее. Она наш сотрудник, работала под прикрытием. То есть ты не моя сестра? Офигенно.